Театр учит главным ценностям. История Маугли объясняет и детям, и взрослым, что значит настоящая дружба. Я хотела умереть ближе к тебе, человеческий детеныш. Я волк! Ты человек, Маугли. Детский фестиваль театрального искусства в нашем крае – редкость. Редко в городе встретишься с такими возможностями, когда занавес закрывается, допустим. Потому что всегда это либо школьные сцены, да, понимаете, либо какие-то студийные. Один из 20 спектаклей – «Мороженые песни» по сказкам Степана Писахова. Они, считает руководитель студии, понятны всем и особенно полезны детям. Наш фестиваль, он, конечно же, одножанровый. Здесь мы занимаемся только театром. И когда мы попадаем в атмосферу театра, это, конечно, особое свое волшебство. В другой номинации выступали и самые маленькие театралы. Мы решили сбить леталку, запустили в воздух палку. Может, палка попадет? Многие коллективы успели зарекомендовать себя и на других проектах. Наряду с хорошо подготовленными актерами встречаются и новички. Зачастую бывает, что это очень плохо и очень некачественно. И это, опять же, влияет и на то, как себя ощущают дети на сцене. Я помню, как они несколько лет назад только вот начинали, и какой уровень у них был, и какой сейчас большой серьезный рост. Расти собираются и организаторы фестиваля. В планах проводить прослушивания в профильных вузах и колледжах. На следующий год это план преобразования жюри на край, город и плюс еще и Россия. С помощью профессионалов самое любимое хобби ребенка может перерасти в дело всей жизни. Но без поддержки никак нельзя, особенно от самых близких. Ирина Корчагина, Дарья Ерошина, Дмитрий Денисов. День с толком.